Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 73 мы выполним задание под номером 4. По заданию учебника на странице 159 побывайте в Кривическом музее и познакомьтесь с разделом о полезных ископаемых. Здесь ты можешь записать, что нового вам удалось узнать в музее о полезных ископаемых. В Кривическом музее я узнал, что полезные ископаемые образовались на нашей Земле много миллионов лет назад. Оказалось, что это невосполняемый ресурс планеты. Это значит, что рано или поздно они закончатся. И уже невозможно будет добывать и использовать в хозяйственных целях нефть и уголь. Поэтому во многих странах сейчас ищут способы обходиться без полезных ископаемых. Например, в мире сейчас появляется все больше электростанций, работающих на солнечной или ветряной энергии. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.